отвечая тем моим корреспондентам, которые возмущаются отказом публиковать гневные материалы о сорняках на их огородах, я хотел бы сказать сразу, что мы стараемся обсуждать на нашем канале те проблемы и вопросы, которые, безусловно, касаются большинства жителей Республики Башкортостан, и те проблемы, которые влияют на нашу жизнь сейчас, либо повлияют на нашу жизнь в ближайшем будущем. Мы старательно стараемся избегать всякой желтизны и освещения жареных историй, не публикуем гороскопов. Также в нашем канале вы не найдете советов коучей, как стать миллионером за 5 минут, или каких-нибудь душераздирающих историй о том, как два рыбака выпили лишнего, убили жену, собаку-жучку, а потом убили друг друга. Всего этого вы на нашем канале не найдете. Но зато вы найдете материалы, которые действительно важны для нашей республики, которые действительно вызывают интерес у большого количества наших зрителей и подписчиков. Заметным событием минувшей недели стала встреча Хабирова с главными редакторами башкирских СМИ. Собственно, встреча эта была очередной. Судя по всему, Ради Фаритович наконец-то понял, что его рейтинг в республике пылится где-то в районе плинтуса, и ему надо срочно налаживать связи с общественностью. Ну а как еще это делать, если не через средства массовой информации? Получилось, как всегда, у Хабирова не очень. Встреча больше всего была похожа на какой-то сеанс саморазоблачения, оправдания и уверений в личной непричастности. Очевидно, что это мероприятие было частью набирающей обороты кампании по признанию Хабирова, ну, скажем так, меньшим злом или допустимым злом на месте главы Республики Башкортостан на второй срок. Начал Хабиров с пояснений своего стремления на тот самый второй срок. Заявил он, что он не просто хочет быть главой Республики Башкортостан, а ему нужно быть главой Республики Башкортостан. Вот не больше и не меньше. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо! Мама. Мама. Далее Хабиров путанно и как-то сумбурно стал объяснять, что за 5 минувших лет так и не сумел что-то довести до конца, а уж в следующие 5 лет уж он точно все доведет до конца. Видимо, речь шла о транспортной или мусорной реформе, о реформе медицины в Республике Башкортостан, которую на данный момент, ну, иначе как провалом, наверное, назвать нельзя. И вот теперь Хабиров уверяет всех, что в следующие 5 лет он уж точно все это сделает правильно и как нужно. Однако практика, собственно, говорит нам о том, что некоторые дела не просто можно не доводить до конца. Некоторые дела нужно доводить до суда, как говорится. И надо останавливать их вовремя. Ну и, как говорится, уголовные дела и дела, которые упомянул Хабиров в своей речи перед представителями СМИ, они как-то вот сливаются воедино. В общем-то, не очень убедительно это звучало. Ну, конечно же, Хабирову жизненно необходим второй срок. Хотя бы для того, чтобы его еще лет 5 никто не трогал и, как говорится, там либо падишах сдохнет, либо ишак. Потому что, ну, 5 лет в наших нынешних условиях нестабильности – это, конечно, срок большой. Повторюсь, Хабирову просто позарез нужно уйти на второй срок в Республике Башкортостан. Конечно же, на встрече со СМИ не обошлось и без вопросов. И основная часть вопросов главных редакторов была в жанре таком. «Дорогой Ради Фаритович, как вам удается оставаться святее Папы Римского, будучи окруженным ворами, казнокрадами и прочими жуликами, которые или уже сидят в тюрьме, или находятся под следствием?» Вот примерно в таком ключе эти обожатели с блестящими глазами задавали вопросы Хабирову. Отвечать на эти вопросы Хабиров начал с философского рассуждения о сущности человеческой натуры. «Мир несовершенен», – глубокомысленно изрек новоявленный мудрец Хабиров. «И человек несовершенен», – философ пробросил мостик от мира к человечеству. «И есть факты коррупции», – смело признался Хабиров. «А силовики с этим борются, и это нормально.
сообщил Хабиров уземленной публике. Ну, совсем уже спустился на бренную землю мыслитель и стал, как говорится, ближе к народу. Очевидно, что теперь Хабиров не отрицает коррупционные сущности своей команды, как он делал это совсем еще недавно. И теперь он пытается подвести в качестве оправдания под ситуацию теории о том, что воровство и казнократство, казнократство в особенности, это вообще норма человеческой натуры. Ну, вполне в духе морали воровского сообщества и мировоззрения. Я, дескать, вор ворую, а вы, дескать, менты, вы меня ловите. Ну, примерно так это звучало. Покончив с сомнительной философией, Хабиров перешел к конкретным эпизодам. Начал он с того, что начисто отрекся от какой-либо связи с арестованными менеджерами Башспирта. Более того, Хабиров заявил, что был очень недоволен их работой, поэтому и сменил их. Ну, правда, после 4 лет вот этого самого недовольства и их недобросовестности. Но позвольте, разве сам Хабиров не награждал орденом все того же Рауфа Нагуманова именно в тот период, когда Рауф Нагуманов был генеральным директором Башспирта? Разве не сам Хабиров сосватал Башспирту этого Артура Хазигалеева? Но Хабиров гнул перед журналистами свою линию. Нагуманов и компания показали неэффективность, а Башспирт терпел убытки. И тут снова вранье. Прибыль у Башспирта была ежегодна, ну как бы там ни было. И об этом вчера, кстати говоря, упомянул в своей статье «Коммерсант». Ткнул, как говорится, Хабирова носом. Хабиров действительно не гнушается прямой лжи. Далее коснулись темы Башавтодора. Хабиров тщательно избегал обсуждения того, зачем и как он сделал таксиста генеральным директором крупнейшего предприятия дорожной отрасли республики, но с пафосом вынес приговор Башкиравтодору. Цитирую, «его ждет реформирование, и без инвестора не решить». Ну, в общем, вот такую вот черту Хабиров подвел под ситуацией с Башкиравтодором. Где-то в Москве Тауфан Садыгов купил срочно билет до Уфы из Москвы, и, видимо, настало время инвестировать в умирающее провинциальное производство. От вопросов по поводу грядущей национализации Уфанета Хабиров просто отмахнулся, заявил, что пусть разбираются сами. И правда, ситуация с Уфанетом действительно запуталась. Артур Хазигалеев, который написал донос депутату Госдумы Хинштейну и сам оказался за решеткой. Тут, конечно, Хабиров попадает в довольно сложное положение и действительно, наверное, целесообразно было бы не участвовать во всей этой возне вокруг Уфанета. А вот по поводу уголовного дела в отношении руководителя государственного казенного учреждения управления капитального строительства, Хабиров заявил, что не понимает, что там за преступление, и поэтому не станет спешить с увольнением Иксановой. Кроме этого, Ради Фаритович, как выяснилось, готов предъявить следствию какие-то экспертные заключения, опровергающие контрафактность аппаратов УЗИ, закупленных Иксановой. Ну, тут похоже, что вот в этом эпизоде Хабиров не просто в теме, он прямо-таки в доле. В целом, от этой встречи Хабирова со СМИ на версту несло попыткой отгородиться от своих подчиненных, которых, как говорится, поротно и повзводно отправляют на скамьи подсудимых. Ни о каком уже своих не бросаем, речи давно не идет. Хабирову срочно, до сентября, требуется обрести хоть сколько-нибудь приличный вид и поналипшие повсюду зловонные пятна коррупции в его команде этому никак не способствуют. В связи вот с этой всей историей, встречи со СМИ, мы провели в телеграм-канале «Открытая политика» опрос о том, несет ли Хабиров ответственность за криминал своих подчиненных. Участие в этом опросе приняло рекордное количество людей, свыше 2200 человек. 27% опрошенных верят в непричастность и абсолютную святость Ради Хабирова. Правда, голосовали за это в основном боты из Белого дома. 500 голосований за 47 минут. Выявили мы вот такую аномалию. Ну да ладно. А вот 73% опрошенных считают, что Хабиров отвечает за криминалитет своих подчиненных и даже, возможно, в доле с ними. Совершенно непонятно, как с таким отношением населения и жителей республики к самому Хабирову Хабиров намеревается в сентябре победить на выборах.
Ну, не станут же люди в трезвом виде и твердой памяти голосовать за человека, которому уже ментально вынесли свой приговор, которого, если не обвиняют, то хотя бы подозревают в определенной причастности к злоупотреблениям его же подчиненных. Как голосовать за человека, который вчера только бил себя в грудь и говорил, что я тут, значит, своих не бросаю, и наша команда монолит, и ни одного преступления, а теперь он уже что-то там мямлит на тему, что да-да, вот эти проворовались, те проворовались, но я тут ни при чем. Трудно в это поверить, согласитесь. В современном мире остаться без объективной информации все равно, что остаться без глаз. Если вы не хотите такого трагического исхода, обязательно помогайте материально нашему каналу, помогайте ему существовать, а мы будем нести вам объективную и достоверную информацию. Помочь нашему каналу материально можно единственно доступным способом через расчетный счет, который мы вам демонстрируем и который вы можете найти в описании под любым видео на нашем YouTube-канале. Совершенно неожиданно под конец пятницы минувшей недели с корабля Хабирова по собственному желанию сошла министр финансов Республики Башкортостан Лира Закуановна Игдисамова. Ну, казалось бы, ничего не предвещало беды. Кое-как был сверстан и утвержден госсобранием отчасти фантастический бюджет. Все-таки удалось утвердить статьи бюджета, и я не припоминаю серьезных претензий Хабирова к Игдисамовой, по крайней мере, в публичном пространстве их не было. Одновременно с этим я утверждаю, что уход Лиры Игдисамовой никак не связан с комической деятельностью ее сестры Дилары. Ну, иначе бы этот уход действительно случился существенно раньше. Возможно, Лира Игдисамова предвосхитила провал бюджета и решила не дожидаться момента ответственности. Ну, напомню, что на 2024 год бюджет сверстан с дефицитом 12,5 миллиардов рублей, а вот на 2025 год этот же бюджет этим же Минфином сверстан бездефицитно. Ну, как бы, согласитесь, это практически невозможно, с учетом того, что экономика наша тихонечко опускается, если не сказать, что падает, и предположить, что следующий год будет лучше нынешнего, довольно сложно. Судя по всему, Лира Закуановна что-то поняла про сентябрь и решила заблаговременно уступить кресло министра финансов духовитым ишимбайским фаворитам Хабирова. Назначенная на данный момент исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская, на мой взгляд, фигура промежуточная и компромиссная. Я не уверен, что она сохранит этот пост и потеряет приставку исполняющей обязанности, но в любом случае назначение министра финансов в регионе зависит больше от Москвы, чем от самого Хабирова. Силовикам Башкирии удалось-таки со второго раза задержать и предъявить обвинение в превышении должностных полномочий, согласно статье 285 УК РФ, руководительнице управления капитального строительства Республики Башкортостан Инне Иксановой. В момент задержания Инна Игоревна вела себя дерзко, вызывающе, хамила следователям и даже провела параллель между тем, как неэффективно работают силовики в Российской Федерации, и тем, что случилось в Крокус-Сити-Холле. Ну, силовики закономерно обиделись и продержали дерзкую красавицу за решеткой ровно 48 часов, сколько им позволяло законодательство. Сейчас ей предъявлено обвинение, и суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя адвокаты изо всех сил требовали всего лишь ограничения определенных действий. Иксанову обвиняют в том, что она намеренно закупила контрафактные аппараты УЗИ для новых объектов здравоохранения в республике. Следствие утверждает, что Инна Игоревна, подписывая документы приемки оборудования, доподлинно знала о его контрафактном происхождении. Напомню, Хабиров уже косвенно заступился за Иксанову, и к тому же за спиной Инны Игоревны отчетливо замаячила тень ее покровителя Хамита Мавлиярова, способствовавшего ее водворению на эту должность. Ну, как говорится, запасаемся попкорном и ждем решения суда.
подписываясь на наш канал, вы гарантируете себе то, что не пропустите самое интересное и важное происходящее в Республике Башкортостан. А еще сможете комментировать и задавать вопросы. Не забывайте также подписываться на наши каналы в Телеграме, в Дзене на всякий случай, вдруг YouTube закроют. Ну и можно поискать наши группы ВКонтакте и в прочих социальных сетях. А вот другому обвиняемому, Артуру Хазигалееву, повезло существенно меньше, чем Иксановой. Примерно за тот же самый вменяемый ущерб, что и у Иксановой, он чалится в самом некомфортабельном корпусе уфимского СИЗО, в том самом корпусе, где холодно даже летом. Очевидно для меня, по крайней мере, что из Хазигалеева и его подчиненного Компанченко будут делать крайних. Принципиально выводя за скобки следствия и обвинения орденоносного Нугуманова, единоросса Сидякина и сеньора Стрежнева. Но вот ведь незадача. Хазигалеев не тот человек, на которого можно спокойно и легко повесить всех собак. За 88 миллионов, которые вменяют Артуру Валерьевичу, Артур Валерьевич даже не привстал бы на самом деле в мирной жизни. Но оттого, наверное, такое обвинение его несколько даже оскорбило, покоробило. И он порывался даже закрыть вопрос, внеся в бюджет 88 миллионов прямо из заднего кармана джинсов. Но адвокаты, слава богу, отговорили Хазигалеева это делать, объясняя и мотивируя это тем, что возмещение вмененного ущерба будет расценено следствием как полное признание вины. Я пока еще до конца не знаком с материалами следствия, но даже сейчас мне очевидно, что без участия Нугуманова, Стрижнева, Сидякина и еще ряда лиц, я вполне допускаю, что даже самого Хабирова, все, что вменяют Хазигалееву, было бы попросту невозможно. Отчуждение крупной собственности государственного предприятия без ведома совета директоров, генерального директора и так далее, просто технически невозможно. Ну, по-человечески мне даже немножко жаль Хазигалеева, как можно сочувствовать человеку, которого пытаются наказывать за чужие грехи. В любом случае, дело Башспирта принесет нам еще очень много неожиданных и важных поворотов. Продолжаем за ним следить и отмечу отдельно, что дело Башспирта будет развиваться очень быстро. Срок следствия, по крайней мере, текущий срок следствия, заканчивается 13 мая. На минувшей неделе исполняющий обязанности министра строительства Республики Башкортостан Артем Ковшов торжественно объявил, что в центре Уфы на улице Шафиева построят биолабораторию по изучению опаснейших и даже неизвестных вирусов. Все провластные СМИ как по команде зааплодировали и стали напередбой обсуждать, как же это славно иметь в центре миллионного города опаснейшую биолабораторию. Но у меня есть в связи с этим вопросы. А это действительно единственный вариант расположения особо опасного объекта, вот на улице Шафиева? Или все-таки можно было найти какой-нибудь клочок земли на отшибе, например, по модели Института Мечникова? Ну, ведь у нас много земли в Башкортостане, 2 миллиона гектаров пустуют. И еще вопрос. Уже все забыли про китайский Ухань или только Артем Ковшов об этом забыл? И вот еще один вопрос. Жители Шафиева, вам реально вот по барабану, что рядом с вами будут возводить вот этот супер опасный объект под названием биолаборатория? И квартиры ваши от такого соседства точно не подешевеют? Я бы вот, например, не рискнул жить по соседству с подобным объектом, особенно учитывая российский народный обычай воровать сразу половину сметы, а потом строить любые, даже особо опасные объекты из веток и подсохшего кала. В Уфе опять конфликт с застройкой. И опять это конфликт на тему точечной застройки, полностью запретить которую так достоверно обещал дорогой Ради Фаритович еще года три назад. В этот раз уплотнением своего жизненного пространства обеспокоились жители улицы Комсомольской. Сносится баня «Чайка», которую самый честный в мире глава республики Хабиров, кстати, обещал сохранить не так давно. А на месте бани вознесется в небо высотка на 800 жилых помещений и всего-то на 52 парковочных места. Есть, как говорится, от чего схватиться за голову, что уж и говорить. На днях
вблизи вот этой разрушаемой бани и создаваемой строительной площадки даже произошло некое сумбурное собрание жителей, на которое прибыли застройщики и чиновники от мэрии и даже из Белого дома. Но каково же было мое изумление, когда я выяснил, что источником конфликта стал опять человек по фамилии Водолеев. Вообще-то клан Водолеевых – это уже, как говорится, легенда уфимской сити-конфликтологии. Вот только краткий список объектов, которые вызвали массу конфликтов и даже судов, связанных с фирмами, с которыми ассоциируют так или иначе отца и сына Водолеевых Игоря и Антона. Улица Архитектурная, 8. Незаконная постройка, попытались возвести здание прямо во дворе жилых домов. Здание это было признано судом незаконным и было снесено в 2020 году. Господин Водолеев. Там, конечно, была масса загадочных нюансов с документами, которые оформляли многие недобросовестные чиновники, но жителям домов по улице Архитектурной удалось отстоять свое жизненное пространство. А вот улица Армавирская, 15, более свежий пример. Скандально известное строительство ЖК «Вершинин». Жители протестовали, суды отменяли разрешение на строительство, а арбитраж даже пришел вот к такому выводу, цитирую: строительство ЖК повлечет нарушение прав собственников жилых помещений в микрорайоне Южный на благоприятные условия жизнедеятельности. Конец цитаты. Это было определение суда. И здесь тоже Водолеевы. В данном случае это уже Антон Водолеев. Еще были эпизоды с благоустройством гимназии номер 158, странными названиями, какие-то там ООО СЗ СТ Девелопмент, созвучными с более известными фирмами и так далее, и так далее. Информированные источники сообщают, что непотопляемость из семейного бизнеса Водолеевых во многом обеспечивают городские чиновники Нурдавлятов и Кожевников. Но об этом давайте в следующий раз. Это все еще нужно подкрепить документами, выписками из налоговых служб и документами из Росреестра. Обязательно Нурдавлятов и Кожевников должны быть расшифрованы в этой схеме. Согласитесь, это очень странно. Это странное совпадение, на мой взгляд. Там, где звучит фамилия Водолеевых, по стечению обстоятельств начинается либо точечная застройка и недовольство жителей, либо еще какие-то безобразия. По логике, городские чиновники должны были бы это понять уже давно и всячески избегать взаимодействия с этими Водолеевыми, но что-то им не дает избавиться от этого раздражителя. Ну, я бы сказал, что-то в особо крупном размере. Вот по логике существования чиновников это абсолютный абсурд, но тем не менее они продолжают и продолжают поддерживать вот этих самых Водолеевых. Я, кстати, недоумеваю, что вот на этой встрече с жителями на Комсомольской почему-то появляется Алан Марзаев. Причем здесь Алан Викторович? Явно Алан Викторович заранее не выяснил, за кого он начал заступаться, иначе бы он точно там не появился. Ну, не было у него, видимо, справочки по этим Водолеевым. В любом случае, вот что я предсказываю по улице Комсомольской, и это мое субъективное предсказание. Баню, конечно же, снесут. Начнут строить гостиницу, как там по проекту первоначальному заложено. Собственно, гостиница там точно никому не нужна, особенно 35-этажная. В какой-то момент эту гостиницу попытаются превратить в жилой дом. Ну, а если не получится, то хотя бы в апартаменты. И как результат, 2 года, а может быть больше, местные жители будут глотать цементную пыль, а потом останутся с адским дефицитом пространства, в том числе для парковки автомобилей или прогулки с детьми. Но это только мои фантазии и предположения. А в реальности мы будем пристально наблюдать за возведением нового отеля на улице Комсомольской, ну и посмотрим, во что он там на самом деле превратится.